Завершился первый этап конкурса «Чистая страна, какую я ее вижу», который проводился Думой города Владивостока. Сегодня, 18 июня, состоялось награждение победителей депутатами Думы. Ну, этот экологический конкурс, он был рассчитан на любые слои населения, в принципе, но самое активное участие приняла молодежь, что не может, безусловно, не радовать, потому что экологическое воспитание нужно закладывать с детства. Конкурсные работы на тему экологии распределились по 4 номинациям – видеоролик, плакат, проект и социальная игра. Сегодня мы вручили цветы, награды, дипломы Думы города Владивостока. И я уверен, что мы тем самым еще раз проявили или поддержали тот интерес и тот энтузиазм, и те стремления молодежи участвовать, ну, как говорится, в том формате жизни, который подразумевает экологический формат. Победители первого этапа продолжат борьбу на региональном уровне. Второй этап проводится законодательным собранием края по 15 июля. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.